Мы продолжаем знакомить вас с развитием предпринимательства в регионе. В Стравдаринском районе ширятся ряды бизнес-сообщества. В следующем материале более подробно, какими видами деятельности занимаются предприниматели этого района. Гульжан Абдигапарова вот уже 10 лет обеспечивает земляков хлебобулочными изделиями. Теперь при господдержке открыла кондитерских цех и собственную кофейню. В январе получила кредит 14 миллионов тенге. С весны начали на месте кондитерского магазина стройку. Месяц как открылись. Готовим на заказ любую продукцию. Торты, пирожные, булочки, блины, самсу, бургеры, донеры. Планируем и далее расширяться. Шахдат Хайрамбаев обеспечивает район автозапчастями. В прошлом году получил по дорожной карте бизнеса кредит на 9 миллионов тенге и открыл СТО. Нанял на работу 6 человек. СТО – ремонт автомобилей и автомойка. Спрос есть. 30-40 транспортных средств в день обслуживаем. Хочу дальше расширяться. На рисоперерабатывающем заводе хозяйства Акжармайка очищается до 60 тонн риса в сутки. Кроме того, здесь выращивают птиц, крупный рогатый скот. В прошлом году закуплено 132 коровы калмыцкой породы. На сегодня имеется 130 единиц техники, 7 рис. На рисоперерабатывающем заводе две смены работают 20 человек. Занимаемся также разведением птиц и местных пород крупного рогатого скота. Приобрели калмыцких племенных коров. Хозяйство вносит свою лепту в благоустройство аула. Мечеть построили, открыли магазин по снежным ценам. Совместно с другим хозяйством «Акжарма-2» для привлечения молодых специалистов в село строят для них новые дома. В прошлом году было построено 8 домов, сейчас строится еще 5. В числе счастливых новоселов – семья механизатора Тимура Шаирова. Хозяйство «Акжарма-ИК» моему мужу за его работу предоставило нашей молодой семье жилье. Здесь очень уютно, мы благодарны. В прошлом году в районе 448 человек прошли курсы «Бизнес-Бастау» и «Бизнес-Советник». В рамках дорожной карты бизнеса и программы «Микробизнес Кызылорда» были профинансированы 57 проектов. 200 человек получили гранты на открытие своего дела. Словом, сельчане все более активно включаются в бизнес. Айгерим Курмангали, Гульфайрус Пармагамбетова, Алмат Мендыбаев, Канат Махамбетов, телеканал «Кызылорда».